МВД опубликовало на своем сайте специальную памятку для любителей селфи. Чтобы сфотографировать себя в необычном ракурсе, люди часто забывают об осторожности и пренебрегают мерами безопасности. Об этом свидетельствует статистика. Только в этом году погибли 10 человек и еще около 100 получили травмы. В полиции решили обратить внимание на случай, когда риск неоправданно высок. Как не надо себя фотографировать, чтобы не попасть в криминальные сводки, сейчас расскажет сотрудник пресс-службы МВД России по Ненецкому округу Анастасия Зубеня. Анастасия, здравствуйте. И хочется сразу узнать, вы сами-то селфи делаете? Здравствуйте, Олег. Естественно, мы делаем селфи, только делаем это безопасно. Как положено. Да. Вчера состоялась презентация памятки. Можно подробнее рассказать? Вчера состоялась пресс-конференция. Помощник министра внутренних дел Российской Федерации Елена Алексеева презентовала памятку «Безопасное селфи». В пресс-конференции в режиме видеоконференц-связи участвовали все регионы нашей страны. Памятка «Безопасное селфи» разработана в связи с участившимися трагическими случаями, случаями травматизма и даже с летальным исходом. Вот она, в принципе, небольшая, да? Да, она... А что на ней указано конкретно? Значит, МВД России наглядно попыталась изобразить самые наиболее травмоопасные случаи создания селфи, тем самым предостеречь граждан от неоправданного риска для запечатляющего кадра. Угу. Скажите, пожалуйста, вот в Нарьян-Маре были ли печальные случаи при селфи? На территории нашего округа не зарегистрировано подобных фактов. Но, к сожалению, в России статистика В России куда статистика печальнее. Печальная. Да, к примеру, вот умерла девушка от поражения током, которая взобралась на крышу электропоезда. Подросток из Рязанской области хотел сфотографировать себя на путях железной дороги и зацепился за линию электропередачи. От ударов током он упал с моста, скончался в больнице. 21-летняя москвичка случайно выстрелила себе в голову из травматического пистолета, пытаясь сделать эффектное фото. Погиб подросток, которого накрыла плита из бетона. И также очень опасный селфи на воде, за рулем, на трассе. Ну, где можно будет людям познакомиться с данной брошюрой? Данная памятка размещена на сайте МВД России, также на нашем сайте нашего управления создан специальный раздел, где можно скачать данную памятку и также внести свои предложения по селфи. Ну что ж, мы обезопасены, поэтому предлагаю сегодня после выпуска сделать безопасное селфи. Обязательно, Олег. Спасибо.